5 новых препаратов проходят клинические испытания для лечения коронавируса, и до сих пор испытания проходили гладко. Мы имеем первенство в плане инновационных и непатентованных лекарственных средств, которые были тщательно исследованы и перечислены в качестве ключевых для лечения коронавируса. Мы делаем приоритетом их изучение и одобрение, так, чтобы врачи могли использовать лекарства для клинического лечения при условии обеспечения безопасности пациентов. В отношении вакцин, которые являются безопасными, эффективными и контролируемыми по качеству, Национальное управление медицинской продукции будет стремиться как можно быстрее рассмотреть технические характеристики и дать разрешение на их включение в борьбу с вирусной пневмонией. Кроме того, в планы текущего клинического лечения врачи включили комбинацию фармацевтических препаратов и средств традиционной китайской медицины, которые являются безопасными и эффективными. Стало известно, что для диагностики и лечения пациентов использовалось более 80 видов препаратов традиционной китайской медицины, и эти лекарства оказались весьма эффективными.